Друзья, всем доброго дня. Вахта трехлистная выпустила цветовые стрелочки. Скоро начнется очень красивое цветение беленькими цветочками. Цветочек имеет такую пушистость, но в этом его привлекательность. Вахта трехлистная очень красивое растение для прибрежной части водоема. И я могу сказать, очень хорошо зимует. Единственное, что весенние приморозки, вот когда вот такие цветовые стрелки поднимаются, и весенние приморозки, конечно, могут испортить цветение, но в данном случае нам повезло, цветение состоится. Чуть позже, когда будут цвести все цветочки, я обязательно сниму еще одно видео, покажу вам. Растение очень красивое для прудов. Я всем рекомендую его приобретать для прибрежной зоны. Всего вам доброго, друзья. Подписывайтесь на наш канал, покупайте наши прибрежные растения. До новых встреч. У кого есть какие вопросы, оставляйте в комментариях.